Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму болгарский перец целиком для фаршировки. Способ очень простой и быстрый, без стерилизации. Нам не понадобится ни соль, ни сахар, ни уксус. Такой перчик можно запросто хранить несколько сезонов. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Чисто вымытый перец освобождаем от плодоножки и семенной коробочки. Для этого достаточно хорошо нажать пальцами на хвостик и прокрутить его. Оставшиеся семена и перепонки зачищаем чайной ложечкой. После чего вытряхиваем из перца все внутренности. Если продавить хвостик пальцами не получается, его можно подрезать ножом. Главное не срезать очень много. Должны остаться бортики, чтобы потом не вываливался фарш. Подготовленные перцы помещаем в кипящую воду и бланшируем их 5-7 минут. Время засекаем сразу, не дожидаясь повторного закипания воды. Следим за тем, чтобы весь перец был полностью покрыт жидкостью. Посуду лучше всего брать широкую или же бланшировать перец в несколько приемов. По истечении времени достаем все перцы из воды. Даем им немного остыть, а затем раскладываем по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Чтобы перчики плотнее улеглись, банку периодически встряхиваем. Из 4 килограммов перца у меня получилось 2 3-литровые банки и одна емкостью 2 литра. Дальше берем ацетилсалициловую кислоту в блистере по 500 миллиграммов, так называемый аспирин. В 1 3-литровую банку нужно класть 3 таблетки. Хорошо их разминаем и засыпаем получившийся порошок сверху на перец. Соответственно, на 2-литровую банку берем 2 таблетки аспирина. У меня еще одна 3-литровая банка, значит, кладем туда 3 таблетки. Пока мы наполняли банки, вода, в которой бланшировался перец, хорошо закипела. Не снимая ее с огня, заливаем крутым кипятком перцы. Жидкость должна доходить под самую крышку. Затем банки закатываем, переворачиваем вверх дном, тепло укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Болгарский перец для фаршировки на зиму готов. Хранить его можно даже при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.